Знаете, это очень сложный вопрос, над которым я бьюсь. Потому что у нас вообще отсутствует молодежная политика. Отсутствовала долгие годы, она сводилась только к тому, чтобы людям дать в руки какие-то плакаты и вывести их на улицу. Это не молодежная политика. Молодежная политика – это патриотизм, это ценности, это фундаментальные основы. И еще очень важно – это любовь к труду. У нас сейчас никто не хочет трудиться. И вот должна быть идеология здоровья, красоты, труда, ума, да, вот основные ценности, на них и надо уповать, да, мы сейчас живем при капитализме, но вот через призму вот этих, наверное, ценностей надо нести идеологию. Моя идеология такая: думай о себе, помни о России. То есть каждый должен работать на себя, но в рамках закона, и помнить, что все, что он делает, отображается на стране. Вот идеология.